Это типа АК-47-7. Парни, мы вновь как будто сейчас он в гараже. Как магнитное ускорение. Все, займемся вот этим. Вообще сталь не ржавейка, но у нас чё ржавеет? А калина. Правильно? А калина мертвый слой, да. Это мертвый слой. Так что не бздите, бля. Сейчас будем ебашить. Драть нахуй, драть их как сив и меринов, блядь. Вот так вот нахуй будем драть их, драть. А что получится, блядь, я вам покажу. Но настроение сегодня нормальное. Бля, может самый черный анекдот им рассказать? Я только советовать тебе. Нет, самый черный не буду. Потому что они закроют за него, да? Наверное, да. Такой парень черный анекдот услышал, блядь. Всем черным черный анекдот. При встрече только могу, а так никак. Ладно. Я сейчас дульку в эту 6-миллиметровую сделаю, слышь? Короче, башим, братья, и башим нахуй. Ну чё, в каждом видосе, вот народ-то, который толковый, он смотрит тогда, и что-то в каждом видосе всегда что-то открывается. Какой-то нюанс, какой-то секрет. В каждом видосе, в каждом. В данном конкретном видосе. У тебя часто было, когда секрет подолу открою. Вот конкретно говорю. То есть в предыдущих, во всех этих 150 видео, в предыдущих секрет был один, да? Ну, то есть, делай на отъебись, да? А сегодня мы продол. Вот вам скажу. Не продол в бараке. А продол, дол. Не дон. Дигидон, дон. А продол. Вот смотри, блядь. Вот, короче, как делается дол. Ну, понятно, что он там на специальных приблудах, на ролике гонится. Вот. Вот так вот он делается. Для чего? Блядь, не болгаркой вот тут, блядь, по-пропидорски, да, вот так вот болгаркой ебанут, а потом он стоит. Начинается вот эта хуйня, блядь, корейский нож, он там по грибочкам, блядь, там туда-сюда, там кровостоки, медведя, ёпс, ну, да, все, короче, ребята, покупайте. Так вот, дальше. Вот, нарезается вот так вот. Нарезали, блядь. Красоту. А в итоге получаешь вот эту пулю. Понял? Вот так вот, блядь. Итак, приступаем. Есть еще, кстати, один секрет. Сейчас, подожди. Следующий секрет в чем? Вот если посмотреть вот так вот. Немножечко. Ну, это уже, знаешь, там ловить эти, блядь, тысячные или хуисячные. Ты здесь-то снял, его подозвело, правильно? Поэтому работать вот здесь начинаешь. Вот с этой стороны, блядь. Вот ты его въебал вот так вот. И хуячишь. Вот так вот. Это вам, блядь, по подберезовичкам сходил там вот так вот. Оп, медведя увидел, а тут кровосток. Чик-чик нахуй, и все это. Ну. Работаем, братья. Ну чё, полетели? Заводим мотор, блядь. Добавить обороты, блядь. Выходим на крейсерскую, блядь. Всё, вышли на глиссер. Продолжаем, блядь. 40 тысяч, нормалёк. Обязательно вот эту шляпу надо. После этого ставим в трактор и работаем вот с этой стороной. Не забываем, да, сделать разметку. Вот, работаем с этой стороной.
А теперь вторая. Блин, хочу показать этим. Тут черточки, помните, в других видосах? Да, да, слышал. Ну, когда просто мне, может, когда это попалось, я просто вот подумал, что может я... Короче, херово видно. Но работаем до черточек. Поняли? Сейчас переделаем на другую сторону. Сейчас заметили, да, во второй скорости с пробуксовкой тронулся. Сейчас на третью, блядь. Третья и четвертая. Все. Обороты 3000. Валим. Не, пацаны, тут линию уже не поймать. Ну вот. И работаем теперь вот. Вот видишь, он, видишь, снимается постепенно. Вот. И постепенно поднимаемся вот до него, да? И он здесь уходит в пулю. А чтобы сделать пулю, надо потом ромб сюда наложить. И она будет в виде пули. Фриштейн, блядь. Как там говорится-то? Меняем угол. Не, на другую сторону, потому что поняли, здесь металл-то убрали. Блять, так нельзя проводить на по-риски. Вот, и это скажи. А, с той стороной работаем. Поняли, да? Извините. Вот с этой стороны, где дол спустили, а начинали-то мы вот с этой, где дола нет. То есть... Можно было угол поменять на той не надо, там уже металла меньше, да. То есть, ну вот, короче, обработал я ту сторону, да, обычного ножа, меняешь угол и опять с той же стороной, да, не переставляешь. Здесь надо переставлять. И угол уже новый задавать с этой стороны. Поняли? Че, парни, залетаем? Давай сразу на пятую. Нормалёк. Блять, запотевает, когда на боску одевает. Вроде что-то видно. Вот что вот через них видно? Вот что через них видно? Нихуя не видно. Поэтому главное правило. Делай на отъебись, и все будет нормально.
Вся же, соответственно, переворачиваем. Сразу в галоп, пацаны. Сейчас можно, вот я угол говорил, можно было бы опять заменить. Нихера, переставляем опять на ту сторону, поняли? Переставляем. Вот так вот ебашь, ребят. Вот так. Вон они тебе. Распездалы играют. Поиграют. В Call of Duty, бля. Я с этим. С гидроцефалом работаю сейчас. А я им главное говорю, не трогай Прохора, понимаешь? Ну не трогай Прохора, бля. Филимон еще заходил. Тут пиздец, короче, полный. Я у тебя РПД. РПД? Или РПГ? РПД. А что такое РПД? Ладно, дальше делать будем. Я пулемет МГ. Стартуем, парни. Угу. Сразу шестой, блядь. Должно получиться нечто подобное. Вот. Здесь запаса мало остается. На предыдущих, на следующих лентах это грызет хорошо. Вот она вся ровная. Нужно делать не вот такие движения, а немного задерживать и по прямой выводить, чтобы вот это опустить немного сюда. Чтобы пуля была здесь, начиналась. Пуля начинается здесь. Вот она будет вот так идти. Вот отсюда, да? Потому что тут будет ромб. И, соответственно, запас. Ну, для заточки, ДТП. Об этом надо тоже помнить, думать.
Короче, не надо быть. Ну, думать надо. Мы получили, что они у нас равны. Это и это. Эту нужно опустить еще на 5. То есть сейчас угол другой задаем, работаем вот с этой стороной. Ту больше не трогаем. Вообще в идеале. Ну, у меня нормально и так получается. В идеале, чтобы угол там не гнул, т.д. Ты работаешь с этой стороной, опускаешь до сюда, потом ставишь машинку на ноль и уже работаешь с той стороной. Потому что изначально там металл был снят. Это надо учитывать. Сейчас мы ставим угол другой, работаем до сюда. Не доходя вот сюда чуть-чуть. Там это другими лентами уже уберем. Вот до сюда мы должны опустить. Поднять, вернее. Сейчас задаем угол и работаем. Погнали. Должно получиться нечто подобное. Вот так вот все это пацки делается. Запомнили, да? Здесь. А видите? Треугольник-то, блядь, неровный получается, правильно? Правильно. А так и должно быть. Потом ромбом сверху все это уравновешивается. То есть тут фишка-то в чем? Сталь кусок. Вот ты снимаешь с одной стороны. Вот сейчас покажу. Ты с одной стороны снял, а его вот так вот бананом повело. Поняли? С другой там перебрал, его в другую сторону бананом. То есть это постоянно лавировать надо, понимаете? Ну, чувствовать. Ну, я не знаю, как это объяснить. Ну, ты смотришь как бы. Ага, сейчас вот здесь, вот здесь. Потому что, как говорится, дай дураку, это хер стеклянный, да, вот, ну, тут то же самое. То есть ты, и нет ничего, вот, одинакового. Просто фишка какая, ну, вот, глаз нужен, да, рука и... Ну, ты смотришь, да, и как, ну, сейчас вот тут надо, тут поднажать, тут послабее. И когда трактор-то ведешь, ты не работаешь постоянно над одной, а какой-то, знаете... Крутится лента. Лента крутится. Она же здесь соприкасается не так, как вот, вот здесь. Правильно? Соответственно, здесь она будет снимать больше. Понимаешь? Больше. А тут меньше. То есть ты когда ведешь-то, это надо все понимать и чувствовать, чтобы у тебя в итоге-то полоска-то одинаковая была. Потому что если вводить бездумно и где-то что-то не дорабатывать, у тебя здесь-то нихуя не останется. В лезвие закатаешь, а здесь будет толсто. Ну вот. А что дальнейшее, вот как будем делать, наверное, сниму потом, потому что, бля, парней, короче, натягивают в этот в Call of Duty, бля. Ну и требуется мое присутствие, парни, поэтому на, выручай своих. Своих кидать нельзя, правильно, Димас? Да, скинь ленту, я быстро клин поправлю. Димас вообще красава, блин. Хули скинь, давай. Вот так вот, парни, все это происходит. Оп. Если вы заткнетесь, дайте, дадите мне заснять. Я сейчас сгоняю за пивом, слышите? Я решил.
Одного убил, а он умер сам, нет? А там с винтовки куяли? Блядь, заткнитесь, пожалуйста, нахуй! Короче, парни. Как вы все знаете, это влог, да? Что такое влог? Это чувак, короче, какой-то... не обезображенный интеллектом, да? Снимает, короче, свою, короче, какую-то житуху-бытуху. Так вот, ребята, кто досмотрел до конца, скоро выйдет ролик. Это просто бомба. И там мы с вами порассуждаем, вернее, я выскажу свое понимание. Блядь, заткнитесь, пожалуйста, в натуре вы что, бля, ёбнут. Валера, ты больше сюда не пойдешь. Ну, да реально, просто, блядь, у нас, мы ножи не делаем, вы хуйней занимаетесь, дрочильня какая-то, блядь. Я на твоем месте сидел бы там и латынь учил, блядь. Вот. Значит, тема какая? Скоро выйдет ролик. Он, блядь, просто бомба. Там будет и предисловие к этому ролику, да, то есть там... И вот почему жизнь сводит людей, да, и для чего, что, как. Вот у всех, наверное, было в жизни, я это повторю в ролике, который сниму, я надеюсь, что он скоро выйдет. Там... В общем, жизнь сводит людей... В определенное время, да? Вот ты что-то, допустим, хочешь, у тебя что-то не получается. Я давно уже на это насрал, блядь. А значит, еще не пришло время. То есть батя там сидит у меня, да, с моими прадедами, дедами. И, короче, не дает добро. А когда он дает добро, то все срастается в елочку. И реально, понимаете, нужно осветить будет вот ролик. Что человек сделал для меня, да, как нас судьба свела. И у нас, мы, нас оба зовут Дмитрий, да, и, по, ну, и у нас очень много похожего. И поэтому, блядь, ну, вообще просто. И человек, вот я таких людей, я уже много раз говорил в роликах, вот есть люди умнички, умнички, вот он реально такой. А помимо того, что он одарен, да, вот есть вот кому, ну, прикоснулся, да, это присутствует, и я надеюсь, мы будем поддерживать отношения, я возьму, когда вот поедем на природу по осени, да, там, костер, мы будем там делать суп, там, по стрелухе, т.д. я познакомлю вас с этим парнем, и я поинтересовался, а почему ты до сих пор не ведешь YouTube канал? Потому что там, ну, начиная от абсолютного слуха, да, заканчивая, блядь, мелкой какой-то моторикой, да, то есть, ну, руки у пацана просто золотые. Молодой парень, ну, у меня ограничений в возрасте не бывает, там, у знакомых, у друзей. И ты вот так вот идешь по жизни, да, у тебя кто-то отваливается, а кто-то приходит. Я не знаю, я быстро нахожу контакт. Но вот я повторюсь, от таких людей, нужно давать в мир. Потому что эти люди, они общаются в определенных кругах своих, да, и они довольно известны. А вот моя масса, ну так утрируя, скажем так, шутка юмора, да, вот быдлотная, блядь. Ну, я про себя, да. Мы далеки от этого, далеки от прекрасного. И я с ним общался и говорю, то, что это несправедливо, то, что тебя нужно давать в массы, чтобы люди могли тоже приобщиться к прекрасному. Так что, ребят, вот кто-то смотрел, я серьезно говорю, он кое-что делает просто для меня, для меня. И когда он это делает, да, мы с ним познакомимся. Я уже коплю материал, видео, ну там, что-то он посылает, что-то там, ну там, монтирую. В общем, парни, это ролик будет просто бомба, реально бомба. Там мы поговорим за жизнь, почему так получается, т.д. и т.п. Вот. А сейчас меня ждут великие дела.
надо помогать своим, их там натягивают, им там, их там уже разработали вообще по полной программе, разрабатывают их уже минут 40, скоро уже там, ну, труба, надо, короче, заходить в эту, в сетку и, короче, спасать положение, вот. Кто куда, а я в Бристоль.